high volume, preferably thinner, should be played at high volume, preferably. Состав Берегвидик. В воротах Андрей Крашевский. Пятый номер Иштван Гейци. 16-й Михаил Хурка, капитан команды Топшуюнг. Владимир Корнутяк, номер 2. 3-й Виталий Азаров. 13-й Дмитрий Саркис. 15-й Олег Теплей. 18-й Сергей Бербат. 7-й Максим Кундель, 6-й Игорь Колопач, 11-й Андрей Сливка, тренер команды, играющий тренер команды Виталий Азаров. Хойра Берегвиди. Говорит и показывает стадион «Дружба». Уважаемые болельщики, сегодня в Берегове прекрасная погода, и только что главный судья Митровский Михаил свистнул, и началась атака, началась игра между командами Берегвидейк-Мукачево, Кубок Закарпатия. Берегвидейк сыграет через неделю ответный матч, но мы еще не знаем, что сегодня будет. Красиво играет Берегвидейк. Саркис, Бербат, Колопач Игорь. О, красиво, Теплей Олег сам. Удар, уходит Кундель сам. Азаров, как умно, как красиво, подача, кто там, и воротар выбивает, Саркис отдает, но там никого нету. Гейци, удар, выше ворот. Цепут. Эти Берегвидики там отошла, то Кундель, ты мой, Азаров, Csorgott a labda, beadta, átfejelték, átütötte a kapus Sarkis vissza, és óriási bombával Géci labdája fölé ment 1-40-nel. Kirúgás. Hajrá Berekvidék, jó játszik a csapat. Bandurovic Iván, Kundrik, Krasevski, Vnyégri. Krasivá Taka Mukácsova. Udarat varod Krasevski. Защита Берегвидейка показала красивый класс. Треугольник, четырехугольник. Кундель. Ай-яй-яй! Виталий Азаров. Ай! Теплей Олег! Красивая атака. 2-3 касания. Теплей в воздухе. Иначе на метр от ворот. Покидает поле. Красивая атака, Берегвидейк. Szépen összegyűltek az emberek. Az első hazai ilyen mérkőzés. Igaz, a kupában már Rahóval játszottunk. Gyönyörű lövés volt. Babics Vladimir. Krasevski поднялся в воздух. На всякий случай. Мячик поворачивается в центр. Колопач. Уходит Игорь! Уходит Игорь! Подача Игоря! Гол! Нет! Ай-яй-яй, как красиво! Колопач ушел, подал. Сливка в воздухе, и я уже думал, гол! Нет! 3 сантиметра! Нет, 2,5! Ай-яй-яй-яй-яй! Красивая атака! Гола еще нету, 0-0! Дюнюрю волт! Колопач, ahogy elment, amilyen labdát kapott, ahogy elment, ahogy beadta, ahogy a сливка levegőbe, és... Azt hittem, hogy гол! Атака Мукачева. Бундаш. Удар по воротам. Крашевский. Ай, как красиво. Растянулся, как резинка. Кундель набирает скорость. Уходит Кундель. По левому сливка в середине. Кундель. Подаст ли этот мячик? Идет подача. Сливка. Гол! О, куб! Атя Уриштен! Андрей Сливка. Nagy tapsót kérünk, hajrá Берегвидék! Прекрасная атака.
Такое можно увидеть только в Лиге чемпионов. Вы посмотрите, Азаров Максим, Кундель и Сливка. Tűde szép dolgot láthattunk, kedves tévénézőnk. Tessék megnézni, Azaravtól indul a támadás, Maxim Kundel csipi el, meglátja a helyzetet, beadja Slivka a levegőbe, ollózva, és azt hiszük, hogy gól, de nem. Kalapács is jön, iszkazál szvajva szlova. Azarov. Kalapács. Гол! Сливка, Андрей! Сливка! Калапач! Как красиво сыграли ребята, которые поздравляют друг друга. Андрей Сливка. Гол. Ворота команды Мукачева. Забивает игрок под номером 11. Андрей Сливка. Элкаптук а долгокат. Hajrá, Beregvidék, szurkolók, ébredés! Azarov, Kalapács, Igor! Slivka! Kundel! Maxim! Atya úristen! Krasziva játáka! Slivka szigrál, ocsin krasziva! 7 cm naga vícsánul lesz! Zamena! Свободный. Ай, теплей, Олег. Ай-яй-яй-яй-яй, очень красиво сыграл Максим Кундл. Увидел, что теплей появляется из ниоткуда. И не получился удар. Мимо ворот, удар от ворот. Азаров, теплей. Бербат, теплей. Сливка, теплей. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Очень была красивая атака, если бы это получилось, но теплей Олег сбивается с Лутнянским. Маленькая травма, удар от ворот. Это была очень красивая атака Берегвидейка, запомним. За 5 минут до конца первой половины встречи. Посмотрите еще раз в замедленном виде, как красиво сыграл Берегвидейк. Начинается второй тайм, Кубок Закарпатья, Берегвидейк, Мукачево, 1-0, Сливка, Андрей. Теплей, Гейци, брасывание, быстро разыграл Герц, подача. Качевский на месте, Бундаш! Очень красиво сыграл, опасно, сильный удар, как Качевский сыграл, красиво, ай-яй-яй, Сливка. Бербат набирает скорость, Бербат не... Саркис. Гол! А кутя уриштанит. Саркис, Калапач, и можно получить инфаркт. Но это факт. Это была красивая атака. Чуть не забили второй гол. Сильная подача в центр, Бундаш уходит, Бундаш. А там Корнутяк. Бундаш уходит. Крашевский! Крашевский сыграл очень хорошо. Ай, как красиво. Бербат. Ай, да сейв, Калапач! Игорь Калапач! Молодец, спасибо. Удар был по воротам. Атака закончилась. Крёха получает мяч. Газаров. Ай-яй-яй, Пицур! 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 Пицури, пицури! 2 метра – это слишком близко. Царкис борется. Крёка. Крашевский! Крашевский! Бербат! Посмотрите, что вытворяет Крашевский. Стена, бетон, железо. Теплей. А
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Какая возможность! Какая атака! Лукаш ошибся, ты плечу чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй! Что за атака? Опасная атака, Владимир Лукашук. 1-1. Вне игры. Вне игры. Со счетом 1-0 первый матч Кубка Закарпаття Берег-Відейк выигрывает у команды Мукачева. Через неделю ответный матч. Воскресенье открытие чемпионата Закарпаття. Вошарноп, медей лоб дорогу бойнук шаль, нитаньо, хойра Берег-Відейк.